финала весовой категории до 61 килограмма. На ковер А приготовится Магомед Хайбулаев, Давид Бетанов, Россия. На ковре победа одержал Азрет Улюмбашев. Приглашается на ковер А Магомед Хайбулаев и Давид Бетанов, Россия. На ковре А победа присуждается Магомед Хайбулаеву. На ковре А приглашается Муслим Шамсудинов, Муса Базиев. Работа!
перед собой. Вот. На ковре победу одержал Руслан Богатырев, Россия. На ковер Б приглашается Алан Санакоев, Россия. Алан Санакоев, Россия, объявляется победителем на ковре Б. На ковре Б приглашается Мустафа Ахмедов, Таджикистан. И Даша Сараштепанов, Россия. Поставили! 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 Постав
На ковре С победу одержал Федор Болтуев, Россия. На ковер С.